Смеси серии Dunaif Light являются базовыми смесями с нейтральными механическими свойствами и ароматизацией. Прикормки могут применяться как самостоятельно на водоемах, где нет значительной конкуренции среди рыболовов, так и в сочетании с более элитными сериями. Допускается дополнительная ароматизация и добавление рыхлящих, лепящих и утяжеляющих компонентов. Состав прикормки. Панировочные сухари, кукуруза, жмыхи, соль, натуральные и искусственные пищевые ароматизаторы и красители. У нас представлена прикормка для ловли следующих видов рыб: карпа, леща, латвы, универсальная прикормка и прикормка для ловли на фидерах.